Доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре будет несколько улучшенная, модернизированная версия дачного туалета или душа. Покажу, расскажу и объясню, в чем отличие от базовой модели и вот этой вот улучшенной. Ну, прежде всего, естественно, когда что-то улучшается, то она начинает дорожать. Базовая модель у меня на 2020 год стоит 11 тысяч рублей. Эта версия стоит 13 500, то есть на 2500 подороже. Так вот, в чем же отличие? В чем ее удобство? Ну вот, прежде всего, сразу вам пару полочек. Они безопасные, ведь поэтому пластик, да, они не такие прочные, но зато безопасные. Вот, вторая полочка здесь нет, но отверстия просверлены, я их просто специально, так сказать, еще убрал. Отверстия, они вот они. Дальше, это отличие номер один, самый такой наглядный. Каркас, конечно, я стараюсь сделать, вот как и всю базу, не меньше. Труба 25 на 25 сейчас связующая, вот видите, вот такая. Стенка, естественно, не меньше полтора, а вот ножки уже идут 40 на 42, все 4 по всему периметру. Это отличие второе. То есть она стала более крепкая, более надежная, не так играет. Ну и прежде всего, эта данная, так сказать, конструкция стала глубже. 118 сантиметров. Поэтому, кстати, ее и пришлось усиливать вот этими хотя бы за счет ножек. Потому что, когда вы, как говорится, на грузовую машину колеса от легковой машины не поставите. Петли же здесь, как вы видите, тоже у меня везде хорошие идут, что и на стандарте, что и на данной модели, на подшипниках. Следующее отличие — вот окошки, причем по всему периметру. В данном случае они прозрачны, обшиты поликарбонатом, тоже прозрачным, чтобы было светлее и удобнее, и вода туда не залетала. Вот, сама ширина окон может быть чуть больше, чуть меньше, на цену у меня не влияет. А вот то, что я обшиваю с четырех сторон, я не скрываю, да? Я за это беру с этим вместе материалом, с работой, 1000 рублей. Вот она сразу. Это отличие как раз от базы. Тоже следующий плюс. Потом плюс здесь — толщина оцинкованного профильного листа стало 0,5 миллиметров. Это тоже плюс. Вот все, что это входит в улучшение, в 2500 рублей от базы. Потом я здесь, конечно, уже подзачищаю несколько получше, вот, крашу, так скажем. Ну, в принципе, я везде крашу неплохо, но здесь как-то немножко стараюсь и получше. Защелки же у меня везде ничем не отличаются, что на базе, что на данной модели. Их вполне достаточно, если кто-то хочет сам делать. Поверьте мне, неприхотливые, вполне все хорошо работают. И самое главное, они недорогие. Дальше, мне уже заказали тоже интересную модель дачного туалета, прям с сидушкой. Они у меня уже, конечно, были, смотрите на канале, но в этот раз я просто постараюсь снять и поподробнее рассказать, на что-то внимание более интересно акцентировать. Конечно, кто делает своими руками, то модель, естественно, получается подешевле. Сами конструкции, вот, металлические, обшиты профлистом, значительно делаются быстрее, прочнее и, я бы сказал, долговечнее. Да, у нее есть свои минусы, но я считаю, плюсы ее превосходят по ряду там факторов. Каркас данной двери и везде я уже делаю 40 на 20. Просто, честно говоря, даже в базе не хочется делать там 20 на 20, но это просто сопливое дерьмо. Все играет, все болтыхается. Каркас двери я делаю с профильной трубы 40 на 20. Вот. Что касается окошек, как вы видите, у меня там вот сверху даже затянуто специальным скотчем для поликарбоната. Это тоже, понимаете, каждый метр там 40 рублей плюс работа. Но это все в цену вошло. Можно еще закатывать торцевой планкой, чтобы туда грязь не долетала и сверху, и снизу. Но это будет вообще, честно говоря, и по работе больше, и по сумме.
Что касается полов, здесь доска использовалась 40-я, тоже раньше 25-я у меня идет в базе, здесь 40-я. Как вы видите, я ее прошил и сзади, видите, две планки гвоздями с одной стороны, и навстречу я уже прошивал тоже две планочки, тоже гвозди такие большие, надежные, с запасом, и вот с этой тоже стороны планки тоже здесь пробиты, причем по два гвоздя в каждую доску вошло, вот с этой стороны и там также. Доски желательно обработать, покрасить, и будут они у вас служить значительно дольше. Но у меня в планах снять новый обзор, репортаж вообще о моделях дачных душей, туалетов, ихние плюсы, минусы, достоинства. Ну а на сегодня огромное спасибо за просмотр, за лайки. Всего вам доброго, не болейте. До новых встреч. До свидания. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change.